Друзья, добро пожаловать на мой канал, с вами Капанда, и сегодня играю мой любимый Roblox Tower Battles. Вместе с подписанными будет кто-то тащить. Либо будут тащить с одной стороны, либо будут тащить с другой стороны. Нет, точнее, будут тащить со всех сторон и победить кто-то один. Но суть в том, что играю я, как всегда, со своими подписчиками, а проиграть подписчиками это вообще не западло. Это даже прикольно. То, что чё, я всегда что ли должен выигрывать? Пускай кто-то тоже выигрывает, но это не точно. Ладно, хватит болтать, давайте строить. Чё мы будем? Так, у нас есть уже джипари, это хорошо, тогда ставлю ферму спокойно. Фермяцкую ставим и апаем ее, да? Да, ее апаем, и сейчас я поставлю еще джипаря. Блин, опять я забыл убрать эльфа. Я записывал ролик, где одни эльфы, и забыл его убрать. Ну ладно. Давайте глянем, с кем мы играем. Короче, я играю в команде синих. Со мной Epic Boy, 45, привет. И Сева, 246. Привет, друзья, всем привет. И играем против команды красных. Мистер Трей 3 и плохой 567. Или Плоксой. Наверное, это через X, через H написано. И суперфолов какой-то, суперфол... Ну и ладно, извините, короче, если прочитал кого-то неправильно фамилию вашу. Но побежали, глянем. Так, а что у нас? Между прочим, так 580 уже деньжат у нас. И мы давайте апнем. Так, нет, мы не апнем. Мы лучше поставим одного джипаря. Куда поставим? Давайте здесь будем ставить все. Вот возле этих казарм, да? Здесь у нас казармы идут. Так, теперь... Так, нет, наверное, я буду в основном сейчас смотреть, как у нас тут происходят дела. Ну, дела у нас нормально. У нас два джипа, поэтому можно сейчас копить на ферму. Апать ферму. А что у красных тут уже пробежал? Ребята, вы там что пропустили? Четверых. Четыре кто-то пробежал. А, понятно, все. Они, короче, наставили одних ферм. А, ребята, вы что творите-то? Одними фермами. Вы хоть маленько-то должны еще и это защищаться. Просто... фармить не получится, нужно золотая середина всегда смотреть, и обычно надо глядеть, сможем затащить либо не сможем. Я уже примерно представляю, на 7 волне, на 11 сложно, и на этих волнах лучше оставить оборону посильнее. Так, ну я вижу, что у нас два джипаря идут, здесь еще гранатометчик, это мы все снесем. А, еще у нас вон снайперюга засел, вот товарищ нахлобучивает. Тогда я апну ферму, а вот теперь уже надо будет смотреть. А, дальше надо будет смотреть. Че ты его топчешь? Растопчешь снайпера же. Ой, он прям на бошку наступил. Ладненько. Пускай живет. Пускай товарищ живет. Так, у нас, короче, что? У нас три фермы, снайпер и два джипаря. Но они все первого уровня пока. Пока не жирно. Ну, вот только начало. Так, а у них... а у них две фермы и куча... Ой, да, точнее, два джипаря и куча ферм. Попутал. Так вы сейчас все пропустите. Вы что, как фермами-то будете? Деревами, что ли? Срубать будете их и здесь баррикады делать? Деревами затыкать дырку эту? Они сейчас все проползут у вас. Джипарей апайте. А, ну вот, джипарь уже хоть апнутый до второго уровня. Хорошо. Не, нормально, нормально. Я уже начал переживать, что быстро. Катка? Я не люблю быстрые катки. Я люблю хотя бы, чтобы где-нибудь до 30-й волны дошло, до 25-й. Тогда это веселуха, конечно. Так, у нас... Что у нас? У нас одна ферма и одни джипари. Давайте апнем ферму за 500. А кого я уже ее апнул за 550? За 1000 смогу, не смогу апнуть. Вот тут надо сейчас посмотреть. Справится, нет, может быть, не джипарейка апнуть. Давайте я попробую сейчас ферму апну. Она мне потом быстро откупится за 3 волны. Я уже на ней эти деньги, за то, что она принесет, я апну джипаря. Наверное, я вот так сделаю. Сначала ферму апаю на 4 уровень, а потом джипарей на 2 уже. Потому что вроде, ну... Так, а у нас уже босс идет. Так, а у нас уже есть джип один. Это хорошо. Джипарецкий есть у нас по 60. Это 3 раза он воткнется. Он 180 ему и снимет. Нет, давайте-ка я лучше не буду рисковать. Я тоже апну джипу. А то что-то я боюсь. Что-то я очкуюсь. Славик, я очкую. Так, а у них тут ферма. Они тут, короче, решили все деревами заставить, да? Ну, еще у них босс-то идет, а босс вообще не тронутый. Ну-ка, у нас у босса сколько осталось? Вот у них сейчас как за каждую волну, я там не знаю, сколько приносит. Ну, дофигища, короче, приносит. Так, а у нас у босса... У нас осталось 70, нормально. Сейчас два джипаря воткнутся в него и все.
И нужно апнуть теперь. Так, 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 нужно апнуть нам. Так, а что у меня, ёлы-палы, как я так снимаю? Что у меня не на весь экран-то? Ну, капец. Не, все, нормуль. Пускай вот так будет. Чуть не накосячил, да, как говорится. Ну, маленечко. Никто не видел, да? Никто же ничего не видел. Все так и было. Оно так и было. Я когда пришел, оно так и лежало. Так, ферма за 1000 апнись. Все, нормуль. И что у нас осталось тут? Осталось 300. Я смогу еще апнуть джипаря? За 380 не смогу. Чуть-чуть осталось. Полотенечек буквально. И он будет у нас C4. Сбоку будет C4 прикрыт. Но когда будет взрываться, он будет хлобысь и всем ханашка. Ну, кроме босса, конечно, бэм-бэм-бэм-бэм-бэм, нормально подавили, и тут подавили нормально. Не, даже не буду пока апать. Я сейчас буду копить либо на командоса, команда за 1850, либо на файзера за 3200. Но нужно посмотреть по обстановке будет. Как мы, во-первых, будем валить этих двух боссов. Если будет пукан поблирать, то я, конечно, поставлю за 1800. На которых, кстати, еще надо тоже накопить. Ладно, давайте глянем, что там у соседей. Пока, в принципе, мы идем. Так, а подождите. У нас тут два джипаря ездят, и все. Нет, давайте-ка я джипа апну и пойду смотреть, а то мне что-то страшно. А то я тоже. Славик, я очкую. Так. Нифига себе, они уже команда поставили. Да, конечно, столько ферм. А мы бичи по фермам. Ого, еще и риэлганер у них. Мамочки, короче, нам хана, по-моему. Ну, что поделать? Надо думать. Так, у них куча ферм. Но у нас тут тоже так более-менее. Так, а кем мы будем теперь валить этих? Джипарями только джипарями. Так, у нас два джипаря всего. Два джипаря, что ли? Подождите, было аж три. Мамулечки, караулечки. Да мы же нам сейчас тут нахлобучат. Так, 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 по 60, ну-ка, сколько у них остается? Босс 1, босс 2. Не, нормально. А, все, у нас уже команда есть. Более-менее живем, тогда так, я ферму апнул. Да, ферму апнул, теперь надо 4000 накопить еще на ферму. Накоплю, не накоплю. Угу. Здесь и два босса идет. Ну, два босса, они идут чем хорошо, в кучке, три даже. Если они идут в кучке, значит же пецки в них врежется и их взорвет. Но не полностью, конечно. Так, либо я сейчас поставлю за 3200 файзера, что-то я думаю, может быть. Либо апнуть ферму за 4000. Я, конечно, постараюсь апнуть ферму, потому что за 3 волны она окупится. Она по 1500 будет фермецкая приносить. Бенч, бенч. Ну-ка, а дальше-ка что у нас? А дальше что-то все плохо. Сколько у них осталось жизни? Так. 130 и 130. 100 и 130. 230. Два джипаря. Угу. 1200. Давайте глядеть. Че глядеть? Нужно ставить еще одного джипаря и апать, иначе нам хана. Вот так вот мы сделаем. Не накопило все-таки на ферму. Не накопил. Но зато теперь они их точно затащат. И что осталось? 60 осталось. А этот не достанет. Но нужно ждать, когда выйдут еще одни эти джипарики. Джипарики, выезжайте. Успеют выехать, не успеют. Но даже если не успеют, 60 мы потеряем. Мы еще живы останемся. Но это не точно. Эй, джипари, вылазьте. Он сейчас дойдет. 66. Короче, нам хана. У нас останется 40. Ну, я как мог пытался просчитать. О, выехал. Он выехал. О, товарищ, ты нас спас. Смотрите, это герой. Вот он едет. Товарищ, ты просто красавчик, что я могу сказать. Ты нас затащил. Он прямо здесь уже одной ногой нос свой туда воткнул в черноту. А этот бампером ему нос-то его и подкрутил, короче. Ну, нам повезло. Так, ну-ка глянем, что там у соседей. Нет, надо сначала ферму апнуть. Сейчас деньги накопятся, ферму апну. Давай, 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 быстро. Есть. Все, успел, все, ферма. Я ферму апнул, а тут зато нам сейчас тоже хана придет, наверное. А, я не увидел этих двух, трех. Сколько тут боссов-то идет? Раз, два, четверо их. Все, нам хана. Так, быстро апнуть что-то за 380. Если сейчас смогу, то апну.
Да, надо быстро апнуть. Чтобы были все 4. Но. Ферма бы сейчас принесет 1500. У нас будет 1000. О, быстро. Оп. Ну-ка. Сколько жизни осталось? 80 и 150. Мамочки. Мамочки-карабашечки. Так, 1200. Успею, давайте я апну джипаря еще одного. И остается только надеяться. Нет! Нет! Что они сейчас дойдут нам, ханашки? Закрываем двери. Закрываем. О, выехал товарищ. Бенч. И что у него осталось? Все, мы продули. Капец, что-то быстро. У них была куча ферм. Они с кучами ферм хорошо понаставили. Кстати, молодцы, ребята. Куча ферм тащит. А тут я не шмог. Ну не шмог я. Как по анекдоте в этом лошадь. Ну не шмогла я, не шмогла. Но было весело, было прикольно. Молодцы. Затащили. Затащили просто в холонецкий. Ну, на этом катку мы заканчиваем. И я говорю всем спасибо за компанию. Увидимся в следующих видосах. Всем пока-пока.